Год культуры в Хасавюрте, как и во всем Дагестане, наполнен яркими событиями. Сегодня в нашей республике выстраивается культурная политика, нацеленная на сбережение многонационального культурного достояния и формирование среды, благоприятной для развития личности каждого жителя. Зональный фестиваль национальных культур «Россия, Родина моя», прошедший во Дворце культуры «Спартак», одно из масштабных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию народного творчества, а также традиционной культуры. Гостей фестиваля поприветствовала заместитель главы администрации муниципального образования города Хасавюрт Асият Арсаналиева. Люди, которые выбрали своей профессии сферу культуры и искусства, ежедневно сохраняют и приумножают духовные богатства, делая нашу жизнь ярче, интереснее и радостнее. Я уверена, что этот фестиваль послужит сохранению и популяризации народного творчества и традиционной культуры, патриотическому воспитанию нашей молодежи, подрастающего поколения, укрепления мира, дружбы между народами Дагестана. Хасавюрт всегда был славен деятелями культуры. О многом говорит тот факт, что в учреждениях культуры работает более 40 заслуженных артистов и работников культуры Республики Дагестан, говорит Асият Арсаналиева в своем выступлении. На мероприятие прибыла и заместитель министра культуры Республики Дагестан, директор Республиканского дома народного творчества Марита Мугадова, которая отметила, что Хасавюрт – один из городов республики, который в плане культурной политики развит на достаточно высоком уровне. Я хотела бы, пользуясь случаем, сказать огромные слова благодарности главе города Хасавюрта Сагитпаше Дарбышевичу за то, что действительно в этом городе есть что показать, есть чем нам удивить, и действительно притворяются сегодня проекты главы нашей Республики Дагестан. Приоритетные проекты, вы знаете, один из них «Человеческий капитал» назван, и под проект «Культура и культурная политика». Фестиваль, организованный Министерством культуры Республики Дагестан, Республиканским домом народного творчества совместно с администрацией и управлением культуры города Хасавюрт, приняли участие вокальные, хореографические коллективы и исполнители патриотических песен из Хасавюртовского, Бабаюртовского, Буйнакского, Кизилюртовского, Карабудахкенского и Кумтуркалинского районов, а также из городов Избербаш и Кизилюрт. Все участники фестиваля выступали в национальных костюмах под аккомпанемент традиционных музыкальных инструментов народов Дагестана. Песни, танцы, фольклорный материал, фрагменты народных обрядов, оформление старинными предметами быта, ковры, рукоделие, выставка изделий мастеров народных ремесел – это все могли увидеть зрители, пришедшие сегодня во Дворец культуры в основном из образовательных учреждений. Я думаю, что зрителю нравится, это самое главное, и конечно, очень важно встречаться, обмениваться творческими успехами, радовать друг друга, показывать, как важно сегодня сохранять национальную культуру и все делать для того, чтобы наши культурные традиции были украшением нашего Дагестана. Заира Магомедова, Магомед Тимирсултанов, информационная программа «Пульс».